что я не могу поехать. Страж, послушай. Эйда, возможно, поставила всех нас под удар. Она отправила сообщение Эрмис. Обратилась к ритуалу воинов древности. Речь с пустыми руками. Это переговоры, во время которых насилие запрещено. Эйда считает, что Эрмис будет соблюдать обычаи своего народа. Я в этом сомневаюсь. Если Эрмис согласится, прошу, отправляйся с нами. А пока ты можешь продолжать бой. Возможно, это уловка. И нам следует быть настороже. Надеюсь, она оставит просьбу Эйдо без внимания. Но если нет, имею в виду, Эрмис не делает того, что не приносит ей выгоды. Слово порой ранит сильнее клинка. Она прекрасно владеет и тем, и другим. Приветствую тебя в свете, Страж. Нам нужно поговорить. Приходи, когда вернешься с реликвией. Тебе будет противостоять Эликсни, который собрал целую армию последователей. Они готовы отдать за него жизнь. Но я не знаю, что ими движет. Преданность или страх. Его зовут Араск. Будь начеку. Thank you.
сказал тебе правду. Я пригласила Эрмис Келл на переговоры. Не знаю, согласится ли она, но попытаться стоило. Я впервые видела Мизрак Скелла таким напуганным. И не понимаю, в чем причина. Уверена, что он не боится Эрмис. Книжница Эйдо. Это Эрмис Келл из Дома Спасения. Я чту древние традиции и принимаю твое приглашение. Спасибо, Эрмис Келл. Буду ждать нашей встречи. Пустые слова. Но знай, если вы продолжите мне мешать, переговоры не отсрочат уничтожение твоего дома. Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания. Не трать мое время попусту. Учил меня чтить традиции Эликсни. Эрмис Келл согласилась на переговоры. Не время отрекаться от старых обычаев. Это ошибка, Эйдо. Эрмис внемлет лишь одному голосу, и этот голос не наш. Да, свою силу я получаю от глаза во тьме. Но я все еще Келл Эликсни и сражаюсь за свободу нашего народа. Истинный Келл служит своему дому, а ты только свидетелю. А кому же служишь ты? Я согласилась на встречу с Эликсни, а не с носителем света. Страж находится здесь для твоей защиты. Эрмис Келл, долг книжницы Дома Света обязывает меня сообщить вам, что эти реликвии ищете не только вы. Вот как. И кто же сунул нос в наши дела, скажи мне? Кто-то из многих, кому ты причинила вред. Мы не узнали, кто это, но они с легкостью устранили ваших союзников. У нас появился общий враг. У нас всегда был общий враг. Оставь эти жалкие попытки угодить своим угнетателям. Примкните ко мне. С этими реликвиями мы сможем даровать Эликсни истинную свободу. Нет. Реликвии слишком опасны. И не должны попасть в руки тех, кто разжигает войны. Ты лучше всех знаешь, что такое разрушительная мощь, Мизракс. О чем это вы? Это было... много веков назад. С тех пор я изменился. Мне нужна правда. Хочешь, чтобы я узнала обо всем от нее? Раскрой глаза, юная книжница. Где есть свет, всегда будет и тень. Столетия назад, когда Эликсни впервые прибыли в эту систему. И твой отец был еще детенышем. У нашего народа не было ничего. Однако потом они обнаружили Низарека, послушника-свидетеля, погребенного в лунной пирамиде. Они присвоили его энергию тьмы. Ради будущего нашего народа. Мизраакс унаследовал одну из реликвий, и ее сила поработила его. Он захотел остальные. Любой ценой. Чем больше находила команда, тем меньше отдавала. Возник новый порядок. Эликсни сражались с Эликсни. Друзья
предавали друзей. Со временем реликвии Незарека разделили, увезли в разные части галактики. Их влияние угасло, но отпечаток прежнего могущества сохранился. Мизраак сбежал с бойни, в которой родился. Он утверждает, что изменился и стал вести жизнь праведника. Но как бы он ни старался скрыть прошлое, за показными актами великодушия, за клочками краденой мудрости, Мизраакс навсегда останется лжецом, вором и подлым убийцей. Раскрой глаза, юная книжница. Где есть свет, всегда будет и тень. Эйда, прошу. Позволь Мизраак Скелл из Дома Света. Мой отец — убийца и лжец. Нелегко узнавать такое, но куда больнее, что он не рассказал мне об этом раньше. Я знала, что у него темное прошлое, но Эрами Скелл, по сути, показала, кто мой отец теперь. И кого он видит во мне? Возможно, он считает, что мне его не понять. А может, ему все равно, так это или нет. Он недооценивает меня или пытается отделаться. Могу сделать лишь один вывод. Мой отец не хочет, чтобы я узнала, кто. Наши цели не изменились. Остановить Эрамис и не дать ей захватить реликвии Незарека. Обещаю, мои чувства не будут помехой для нашей миссии. Я не стану такой же двуличной, как мой отец. Стражу что-то понадобилось. Приятно иметь с тобой дело. Наши переговоры с Эрами Скелл все изменили. Но не так, как я надеялась.
Теперь ясно, на что способна тьма, скрытая в реликвиях, и почему Эрон и Скелл понадобились пираты древности для их поисков. И даже понятно, почему отец не хотел говорить об этом. Но речь не о доме света. Этот таинственный послушник куда важнее. Многие гробницы Незарега хорошо изучены, но сведений о нем самом куда меньше. Я изучу записи криптархии и постараюсь что-нибудь разузнать.